Вице-премьер доложил, что сейчас строится обход Аксая на трассе М4 Дон. В 2023 году планируется закончить обход Краснодара и дорогу от Краснодара до Крымского моста и Анапы. Он пояснил, что в рамках развития Сочи проектируется строительство обхода Адлера и также третьей очереди обхода курорта Сочи. Значит, планируем также в рамках развития Сочи включить обход Адлера, то, что я вам докладывал. Значит, мы его сейчас проектируем, ТЭО, и, значит, рассматриваем третью очередь обхода города Сочи. По мере появления финансирования будем рассматривать возможность строительства обходов городов на Черноморском побережье. Напомню, ранее «Автодор» презентовал проект строительства новой скоростной автомобильной дороги по маршруту «Горячий ключ-Адлер», включая обходы Туапсе, Лазаревского, Лао, Дагомыса и Адлера. Трассу планируется построить в рамках проекта «Южный кластер». Сейчас единственная автодорога в Сочи перегружена автотранспортом, формируются заторы. Мало того, из-за нагрузки и постоянных оползней дорога регулярно нуждается в ремонте. На трассе с сентября по июнь постоянные реверсы. Дорога-дублер могла бы снизить нагрузку.